Рецепт гречневых котлет для постящихся, для вегетарианцев и просто для тех, кто хочет устроить разгрузочный день. По вкусу гречневые котлеты на любителя, но кто знает, может вы такой любитель. Гречневые котлеты в домашних условиях можно готовить специально или из остатков каши, которые некуда деть. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Необходимые ингредиенты. Гречка – 250 грамм, яйцо – 1 штука, луковица – 1 штука, чеснок – 1-2 зубчиков, сметана – 1 столовая ложка, сливочное масло – 25 грамм, свежая зелень – 2-3 столовые ложек, панировочные сухари – 100 грамм, растительное масло – 2-3 столовые ложек. Соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, количество порций 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Заходите снова.